Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Нут Розы, и в сегодняшнем ролике я буду продолжать играть в игру под названием Мистер Мид. В сегодняшнем ролике мы будем играть на сложности, думаю, тяжело, потому что сегодня я буду смотреть концовочку новенькую, которую я так и не снял, но она была еще доступна, ну, давно, короче. Эта концовочка будет со свиньей, поэтому мы сегодня это будем смотреть. Что ж, поехали. Так, мы приезжаем домой мистеру Миту. К мистеру Миту. Так. Ага. Ну и ему теперь надо попадаться на это. На глаза и умирать 3 раза. Не знаю, получится ли у меня эта концовочка с первого раза, но я попробую. Давайте мы сегодня зайдем через подвал. Так. Идемте-ка. Во. Вот. Перелезаем. И залезаем. Ключик есть? Да, ключик у нас есть. От этого зеленый ключик у нас есть. Нашумели даже. Ой. Ух ты! Ну давай, ударяй меня уже. Ага. И ударил меня. Нормально. И ушел все на второй этаж. Так, ночь первая. Угу. Со свиньей. Что тут надо сделать? Тут надо вот так вот. И кирпичики повыбивать. Ну и перелезать. Так, давайте сейчас попадемся мистеру Хряку. Где он у нас? Ага, вижу. Мистер Хряк, я тут. Как бы я тут, мистер Хряк. О, поймал. Молодец. Ночь вторая. Так. Вот, давайте прям ему сейчас попадемся. О, мистер Хряк. А вы меня что, трогать не будете? Тихо. Мистер Хряк. Бьется об стенку, просто не может меня. Да давай уже. Меня вытолкнул! За карту! О май гад! Нихера себе, извините за выражение, но меня мистер Хряк вытолкнул за пределы карты. Вау. Это просто невероятно. Можно ли зайти туда? Так, можно ли пойти туда? Это вообще невероятно. Тут есть карта. Тут рель есть карта. Мы сейчас побываем во всех местах карты, походу. Амелия. Там. Синяя дверь. Я выбрался за карту в версии 1.6.1. Ну, это просто невероятно. Как я выбрался за карту именно в этой версии? Это вообще, хотел концовочку, называется, посмотреть. Кстати, машина видимая. И в нее залезть нельзя. Так, прилавок мистера Мита. Идемте туда, к этой штуке. Она маленькая. Она маленькая, эта штучка. Впечатление, как будто она далеко, но она просто тупо маленькая, ребят. Это просто невероятно. Ну как я попал за карту? Да вообще не пойми, чё. Так. Тихо. Вообще. Ребят, вот за это вы точно лайкосик должны поставить. Просто лайкосик моментальный. Вот за 3 секунды прям. 1, 2, 3. Молодцы, кто поставил лайкосик. Фуф, ну давайте уже возвращаться. Или чё?
Можно ли опять таким же образом? Оп, мы выбрались сюда. Тихо. Ты где? Не трожь меня. Тупая свинья. Сюда она может залезть? Закрыто, значит, где-то близко. Вот тут этот хлев. Это просто жесть. Вот просто за карту выбраться. Ну каким образом? Мистер Хряк, будете за мной бегать опять? Сейчас попробуем. Мистер Хряк, забаговал. Рили. Фу, какая у вас жирная жопа, мистер Хряк. Ух ты! Да вставай ты! Тихо! Ах ты, поймал! Фух, ну давайте, последняя ночь, смотрим. Если нет той концовочки, то на этом ролик, думаю, буду заканчивать, потому что такой невероятный баг найти... Вообще... Еще раз. Так, мистер Хряк спавнится где-то, по-моему, вот он. Сюда залезешь? Я тут. Hello. Можно ли его оседлать? О, я оседлал мистера Хряка на... Воу! Я его оседлал! Я, вау! Я его просто тупо оседлал! Это просто невероятно, ребят. 2 бага за сегодняшнюю серию. Да. Такое не каждому удается. Ну, давайте тогда сейчас спрыгнем. Если я стоя буду. Воу! Поймал меня! Ах, не та концовочка, не ту, которую я хотел. Ну, ладненько, на этом моментике, думаю, мы будем заканчивать серию. Вот, такая вот была серия, незапланированный баг, даже 2. Вот, ух ты, дубасит как. Миссия провалена. Что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Дмитроза, всем пока-пока.